просто разжигаем. И поговорим с девочкой. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Что у нее можно купить? Колечко. Увеличивает веру. Зачем нам вера? Нам вера не нужна. Нам нужны стрелы, нам нужны бомбы. Ну и тоже. Чудо. Чудо-юдо. Короче говоря, ничего у нее интересного нет. Может быть, с ней просто поговорим? I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. No need for miracles. Нет. The gods frown upon such soul scrimpers. Я не жадный. Мне нужны души. Чтобы терять их снова и снова, как говорили те старухи. Стрёмные. Так, ну пойдем в другую часть. Там же дорога у нас разделилась. Сюда-то мы можем уже в любой момент вернуться. А отдыхать у костра... Ну, смысл было отдыхать. Фляги у меня полные все, абсолютно. Проблем никаких. Зачем мне заново тут бежать и бодаться с ними, правильно? Они мне не нужны, кстати. Я вот думаю, мне все-таки напрягает вот этот мешок на голове. М-да. Ну, тут без прокачки, к сожалению, никак. Ну, может быть, просто его снять? Так? Да? Пусть будет так. Почему нет? Так, и... Сейчас я, знаете, что еще сделаю? У меня, кстати, прочность меча заканчивается. Двое. Угу. Ну, с двоими что мы можем сделать? Ставим лук. Ставим огненные стрелы. И попробуем с ними сейчас поработать. Так, в обе руки прицеливаемся. Ну, хотя бы одного надо снять, потому что если двое прям сразу пойдут, то будет... Будет печалька. Побыстрее! А, нет, смотрите, идет один. Ну да, тогда нет смысла, наверное. Еще не дошел до меня. Ну, смотри! Пару ударов буквально. Но все-таки все равно меня достал. Гад. Что у него тут было? Треснувшее синее око. Тут у всех око выпадает. Глаз. Хорошо, хоть не шоколадный. Ну, в общем, конечно, эти штуки здоровые, но просто они набиты перьями. Готов. Ну, самый простой это вот этот с мечом. Прям вот в серии можно его добить. Так, сундуков у вас тут нет. Похоже, что нет. Сейчас я сюда спущусь. Мне нужно взять... Да, мне нужно аккуратненько взять то, что здесь есть. Око, наверное. А, нет, благословение. Ну, похоже, у меня, по-моему, уже было. И еще один. Тоже легкий. Иди сюда. Лучше давайте на центре будем с ним биться. Давай, замах, я обхожу тебя и давай впустую работай. Yes. А теперь я работаю. Готов. Следующего. Следующего ведите. О, великолепно.
И нам снова туда. Снова в неизвестное. Я уже готов ко всем неожиданностям. О, yes, сундучок. Открываем. Конечно же, открываем. Кольцо ослепления и человеческая фигурка. Что за кольцо ослепления? Позвольте, я взгляну. Так, что оно делает? Ограничивает уменьшение здоровья в облике полого. А, не, нет, не надо. У меня человеческий облик, мне бояться нечего. И старый лучистый самоцвет жизни. Ну что, наверное, можно идти дальше. А, кстати, тут сундука-то не было? Нет, только с одной стороны был. Ну, привет, засранец. Лови. Ух ты. Древний дракона. Как его там? Второй раз что-то я не захотел его трогать. Так, ну что ты мне будешь делать? Посмотрим на манеру его. Хорошо. Парочку может пропустить. Отлично. Но меч пока не ломается. Yes, еще парочку. А то и три мог взять на себя. Блин, к колонне подошел, гад. Надо сказать, хороший у него удар такой с прыжка был. Давай, будешь что-нибудь делать? Один может взять. Но я не буду от него далеко отходить, чтобы он вот этот прием свой не использовал. Ёшкин ты кот. Надеюсь, не достал. Не достал. И мы снова идем к нему. Давай, дядь. Покажи класс. Ой, это я зря, наверное, сделал. У меня выносливость не восстановилась. Хорошо. Вот так вот даже. Ой, блин. В угол загнал меня. Один, наверное, да. Пройдет. Еще один. Ну да, почему нет? Так, ломай эти лапки свои. Гад. Я ему в доспех там, что ли, попал? Опять он за свое. Вот засранец. А ну-ка, драконоборец, покажи, как ты борешься. А не чмокаешься со мной. Йо! Нифига, он меня поймал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Быстрее поднимайся. Все, почувствовал. Кровь. Я уверен. А вот сейчас он почувствует. Все, готов. Да, конечно. Подловил он меня хорошенечко. Плюс 20 тысяч. Старое кольцо со львом и душа старого драконоборца. Фух. Фляжки-то я не использовал. Ни одной. Вот это самое главное. Так что сможем идти дальше с вами. Так. Туда пройти нужно будет. Тоже посмотреть, что там. И у нас очередной любитель поговорить. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Так я не хочу быть голубым рыцарем. Так, мох. Отпираем. О, да. Треснувшее синее око. Дальше. Железная маска рыцаря Хейда. И башенный щит, ё-моё. Чё там за башенный щит, дайте гляну. У меня уже это название
пугает. Офигеть! Посмотрите на размеры. Ну, мне и с этим хорошо. По-хорошему. Так, маска какая-то еще есть, да? Вот это. Надо будет тогда вес, наверное, качнуть. И тогда я смогу переодеться. Ну, максимальный вес, который я могу переносить. Ну и выносливость. Разумеется, тоже не помешало бы. Так, по оружию. Топорик. Меч Дранглика. Ну, характеристики получше будут, конечно, но вес в 3 раза увеличивается с текущего предмета. С 3 до 9. Ладно. Пошли пока. Бросаем это бренное создание. А мы с вами идем. Идем изведывать неизведанное. Кстати, где мои фляжки? И что тут без сундуков? Да неужели? Ну ладно, разжигаем костер. И я вот думаю... Знаете, наверное, что сделаем? Наверное, перенесемся сейчас с помощью быстрого перемещения. Так. Собор? Нет. Вот. Огненная башня. То есть нам... Да, вот сюда непосредственно надо будет попасть. А сейчас мы пойдем дальше. То есть ничего страшного, что враги у нас появились заново. Пройдем дальше, посмотрим, что там будет. Попытаемся дойти либо до босса следующего, либо до костра. Так. Она еще сидит. До сих пор молится. Так. Может быть, кольца поменять? Тут со львом было. Так, ослепление. Это мы уже знаем. Да, что это такое? Вот, старое кольцо со львом. Усиливает ответный выпад. Да нет, это мне, пожалуй, не слишком сейчас пригодится. Нас зазывают вниз. Идем вниз. Смотрим. Монастырский талисман. Там еще какой-то талисман Ллойда, что ли, был. 37. Невероятных 37 тысяч душ. Блин, вот этот чувак опасный. Ох, надо было его брать, мне кажется. Прямо сейчас. Ну, печально. Но все равно, неплохо я меч на самом деле прокачал. Да задолбали. Никак не могу запомнить, что он потом делает еще этот замах дурацкий. Так, дружочек, давай-ка иди. Один, два, два их там, что ли? А, не один. Просто у него плащ так развивается. Показал, что... Двое. Ну, парочку ударов ты примешь. Да, вот этот самый простой тип. Ну и все, до свидания. Пока. Посмотрим, что вы там охраняли. Так, что это было? Да, вот тут, внизу. О, сколько добра, наверное. Человеческая фигурка, темные пилюли. Да, фигурку мне надо получить, потому что одну я уже потратил. Душа гордого рыцаря. Много с нее душ получится. И старая алебарда рыцаря. Здорово. Ну, пойдем спускаться. Спустимся сейчас, посмотрим, что там внизу сможем раздобыть. Так, один тут. Ну, это не страшно. Ни капельки. Сразу полностью разбираемся в режиме нон-стопа. Пока. Но это, в общем-то, такой хороший показатель того, что, в принципе, достаточно прокачан вот этот меч наш. Больше пока и не надо. Ох! Все, бай-бай. Плюс 400. Да, много за них дают.
Это, откровенно говоря, радует. Так, у нас тут лифт. Но в таком случае пробежимся сейчас до противоположного конца. Надо удостовериться, что ничего не было упущено. Смотрим, смотрим, смотрим. И что, даже сундука нет? Да, даже нет сундука. Как это печально, однако. И вниз или вверх? Куда нас потянут? Вниз! Ну да. За редким исключением можно подняться наверх. Пожалуй. Ну, имеется в виду на лифте. Окей. Так, только тут у нас уже с водичкой об воде. Что, хуже прыжки получаются теперь? Или как? Да мне прыгать-то и не надо. Щит меня защищает. 100% урона забирает на себя. Ох ты, разошелся-то! Гигантище! Консервное. Ну, потому что звенит он, как консервная банка. Yes. Bye-bye. Boy. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Сундуки, мне нужны сундуки. Дайте мне сундуки. А нет, не будет сундуков мне. Может быть, здесь? Yes! Так, берем мох и открываем. И тут у нас... Ух ты, сет рыцаря! Ёшкин кот, неплохо. Ну-ка посмотрим шлемик, например. Что-то на голову-то... Ну, для солидности надо же одеть. Так, шлем рыцаря 35. Блин, 204,2. А здесь 53 и 5,2 вес. Ну, блин, прилично, прилично. Так, ну давайте. Одену так. Это у нас доспех рыцаря. Полого солдата. Сокольника. Кольчуга дранглика. Здесь наручи у нас уже дранглика есть. Поножи тоже есть. Ну, пойдем посмотрим, что из этого получится. Мне просто интересно. Ой, звенит круто. Ну да, нормально так выглядит. Хотя, вы знаете, может быть, даже шлем рыцаря стоило одеть. Что за неуклюжий человек. Жесть. Ну, я, во всяком случае, просто сейчас покажу. В этом во всем. Пока достаточно легкие мобы у нас. Ничего. Ну, разумеется, нам надо будет вернуться в Маджулу. Прокачаться там и тому подобные вещи. Так, спокойно. А вот и костерчик. Ну, замечательно. What is it? I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatiel. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me.
are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Myra, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. Намек понял, друзья. Мы отправляемся, уже знаете куда, в Маджулу. И увидимся там. До новых встреч!